что... Ебаться. Ну ладно. И кто же ее в итоге? Я-то откуда знаю, Юра знает. Ну кто и... Как бы... Я здесь при чем? Ты при чем? Я просто спросил. Ты знаешь. Нет. Ты все про нее знаешь. Раз это не я, значит не я. Значит, я не знаю. Ты знаешь все про нее. А. Боль. Блять. А я бы не вылез, особенно открывается дверь. Да блин, я знаю, я пытался. Ты там мечик положи, а я там. Лучший футбол. Футбол, который мы заслужили. Видимо, это прям кошмар. Блин. Ну, то да. Так что и поделай фотки, если ты снимал. Да, хорошо. Надо было фотик брать. Только у меня фотик с собой. А, вот. Там луна. Где? Вот там просветление такое. Мы выйдем в парку, там будет видно. Понял. Блин. Всю ночь, если выдержим, будет вообще шик. Я, ну, блин, я не знаю, как я это... Домой до 10 заваливаться утра вообще не будет никакого толку, потому что мать спит до 9. Я сказал, буду утром. Просто just ночь. И... И Антоха МС. По-моему, я вижу Полину. Там где-то... Сейчас 23:40. Она идет, да. Возьми, короче, меня за руку. Вот так держи, вот она идет. Хорошо, да? Да вон она идет, вот впереди, видишь тень? А, это она, ну кто помнит? Это она? Да, это она, смотри, какой-то гном, здорово. Да, может быть, тебя выкину, да? Ну что это будет красиво, Стас, ты? Ты выкидывай. Он хочет слить Полин. Ага. Ага. И порядок. Так и есть. Нам пиздец. Нам пиздец. Вы понимаете, вы нацисты. Что вы устроили? Что за свастона из ног? Нельзя так. Что вы думаете по поводу ситуации сегодня ночью? Это просто охуенно. Что вы думаете по поводу этой ситуации? Это... Просто охуенно. Что вы думаете по поводу этой ситуации? Все великолепно. Эшкере! Perfect. Не, есть мои видео в этом лифте. Он не изменился. Как и вы. Когда снимаешь Полину, поворачиваешь на Сергея и видишь где-то его сосочки. На уровне. Где ты? На уровне сосочков. 25 этаж. Что он хочет, Сережа? 24. Так, давайте почешься, Сережа. Здесь люди живут. Здесь есть душевая? Здесь есть душевая. Здесь есть душевая, я знаю. А, я сейчас чуть не упал. Я встану между вами. Она разрушит нашу семью, Серёга. Ой, холодно, Стас. Луна. Стас, сделай там пару фоток, что-нибудь там. Да, сейчас бы там на 144 пикселя сделать фото.
fuck it. I'd like it. Let's fucking turn on this. Ты обновилась? Сереж, нет, ты не застегивал свой шейник, понимаешь? Нет, я расстегивал его. You want the glue? You want shit, huh? It's all. Ну, я как это, и все, я бегу. Я бы с ним первым сюжет. Я включил зум, и луна такая сразу четкая стала. Нужно мне луна четкой стать? Когда у тебя стандартный день. Mm-hmm. Да. Эпичный фейл. Йоу, я включил зум, и луна такая сразу четкая стала. Нужно мне луна четкой стать? Когда у тебя стандартный день. Mm-hmm. Да. Они уходят в темноту. Правда, их не видно нифига. Вроде они мне помахали. Тут болото в натуре. Я слышу хлюпанье. Ладно, сейчас будет операция по разоружению Сергея. И... забираю Полину. Вот они. Один. Вот второй. Так, уже пол первого мы проводили Полину. Ха, ну как, в последний путь. И идем с Сергеем до Невы. Потом пойдем в центр. Да. Ну по сути, на пятерку до 11 сейчас. Никого. И там. Да. Реально крипово. Этот скрип. Железная дорога, честно говоря. Здесь обычно торчки. Но нам пофиг. Нам нужно идти в район Дыбов к Юре. Хотя в Володарский лень перелазить. Пойдем так, сразу налево. В центр. Это очень крипово. Она все трещит. Ночью это жутко. Особенно, когда кто-то едет. Едь давай, едь отсюда. Тварня. Знаете, нормально снимает, в отличие от моего фотика. Там охрененно рядом с клубешником еще магазинчик вон. Да они вообще там, знаешь, набухались, вышли, еще добавили. Мы не нарушаем даже в час ночи. Там чел такой, ел. Сейчас час 20. Сейчас сожрем кончик, останется еще один кончик. Часа на 3. Потом, ну, 3 часа ночи. Потом в 5 завалимся в шабу после центра. Там посидим, отсидим сейчас, другой. Пойдем еще пошастаем. Часов 8-9.
будем дома. Надеюсь. Может быть. На улице Седова. Скоро выйдем к Неве, там бабушкина. Там бабушки. Ну, типа того. Лесом пойдем. Fuck it, I like it's fucking drum and bass, what you gonna do? Так, уже, наверное, два, да? Ну, еще раз, да. Фотки сделаем, я тебе говорю. Уже 2 часа ночи. Это Нева, Володарский. Короче, идем дальше. А потом расскажу. Вот вода. Ну, пришли. Вот это у него. Вот такой поток тут сильный. Тебя снесет, сдохнешь. Просто гонишь. You, people, come on. You, come on. Real talk. Think about it. Короче, вот там центр. Ну тут монеточка, естественно, в сердце, а тут вот центр. Поэтому мы уже почти в центре. Когда-нибудь до куда-нибудь дойдем. Если может снимем, если не сдохнем. Если вы видите это видео, значит мы не в реке. Передаем привет Антону Городецкому, а.к.а. Аднан Альмбоед. Я держу ее. А там люди. А тут после моли. Да. Нам придется переходить. Ну, вниз пойдем. Ну, что-то неохота, там работа. А пусть подождем, пока не будет этих. Реально, здесь живут люди. Вообще непривычно такие окна, маленькие там. Жесть. Basement! Fucking trend. Жуткое здание. Дом культуры и техники. Пролетарский. Прям. Ночью. Вроде подсветка есть, но все равно так стрёмно. Расписание. Автобусов, троллейбус, трамвай. Чел так тормозит. Прям. А, они на светофоре. Йоу. Это уже совсем жесть. Да, ну сейчас уже больше 2 людей почти нет. Идем к центру, сейчас в районе, я не знаю, Елизаров, ну дальше Елизаровский, я думаю. Ну, короче, я думаю, мы не уже. Свет горит. Итак, мы уже у Крупской. Вообще не очень далеко. Народ ездит, в принципе, нормально. Вот такая Крупской. 2 часа. Больше, наверное, полтреть. 2:20. Ну, так, нормально. Пока держимся. Ну, не, ну, ноги болят, особенно после футбольца сегодня вечером, 2 часа. Но, ну, идти... Это не заклеивают, блин, я посмотрел бы, как они идут там еще куда. Угу. Ну, вообще, как бы терпимо, да. 2:20. Я думаю, еще... Иногда даже рабочих он встречает, я думаю, еще 1-2. Че они сейчас здесь работают, я не понял. Нормально так. О, начинаю спину. Еще шуму. Ага, 24? Да. Да, блин, кто-то там наверняка, ой, жестко. Блин, робот такой, Деньги просит. Криповатый. Может быть, там внутри есть деньги. Вышли на какую-то большую фигню, типа похожую на СКК. Ну это не СКК. Ну, юбилей, ну что-то вот какой-то огромный. Я не вижу, что это.
До Обводного там, не знаю, недалеко уже. 2,5, кажется. Ну, еще до Обводного. Блин, жопа. Может, хоть меньше. Ой, до Обводного еще фигачить, а там дальше. Так, Невский завод. Уже, ну, прошли дофига, там аварийка работает. Прошли там какие-то алкаши далеко. Компашка из трех дебилов там вдалеке. Ну, в общем-то, почти нет народу. Ну, прям совсем такое, уже под 3 часа ночи. Сейчас менты полезут под утро. Будет фигово. Людей почти не видно. Там тысячу зданий в 3 ночи. Итак, 3 часа ночи. Машины так периодически ездят. В более активные районы какие-то пошли вам люди даже. Ну, нормально. Километр остался до Обводки. Четко. Опять эта темнота. Всепоглощающая темнота. Мы уже все ближе к центру. Все уже больше 3. Уже жопа. Людей нет. Ну, там вот. На машине. И все. Дошли до Обводного канала, там где-то вдалеке Лигов. Прям нормально. Откуда силы, не знаю. Прям жестко. Осторожно там. Да, я заметил. Вот. Надо найти шаву. Сергей придет, ляжет спать там в этой шаве. Я возьму шаву и... Ну, если 24 на 7 найдем. Я похаваю, буду ютубчик зырить и в этом в контусе залипать часик. Потом двинемся уже в Купчагу там, к нашей шаве. И там, может, сидимся еще, если рано будет. Да, сядем что-нибудь наверху там. Надземный переход. Лестница просто. Смотрю, блядь, поднимаюсь, а там сидит, и я такой, ё... Да, там бомж, мы обосрались. Блядь, думал... Давай тут сядем, короче, посмотрим. Да, нам туда вводно. Да, нам еще далеко до шавы, мы позырили на карте. 24 на 7, она там на Лиговском есть. Ой, пипец. Там мы, конечно, засядем. Думаю, до утра. Ну, сейчас 3 с чем-то. Час-два там. Я не знаю. Выгонят. Либо силы восстановим час. Либо если там долго сидеть, то до транспорта. А транспорт, ну, вряд ли. Вряд ли. 6 уже пойдет. Мы смотрели. Смотрите. Понял. Понял. Понял, принял. Да. Короче, там Обводный далеко. Ну, недалеко. Обводный Лигов слева. Ага. Течет. Там Лигов. Там Лиговский. Там шар. На себе. Вон-то. Как без комментариев. Там останавливайте видео, смотрите, что там написано. Смысл вашей жизни. Бесконечности. 3:30. До шавы идти, ну... Еще, наверное, полчаса, может, больше, как вы знаете. Ну, что, выживем. До Обводного там дойти сейчас, вот, чуть-чуть осталось. Уже мосты эти, там, все, и нормально будет. Конец-то. Полкилометра, кстати, дорогие. Ага, да не дошли до Днепропетровской. Осталось совсем чуть-чуть, там, 40 километров, наверное. Ну, дойдем, что, похаваем. Посидим как следует, так часик другой. Лойк, Лойс. Сейчас там кошка побежала. Да, наверное, можно сейчас еще поймаем ее. Мы уже на Лиговском почти. Не, она зашла. Ну, забор уже. А, да.
Так, пролезло тут внизу. Бывает. Уже 4 ночи. Все, жопа. Никого. Ну, под 4. Я думаю, да. Сразу народ поехал. Скорая. Ну, есть лужа. Опа. Шаверма 24. Может, прям... Неплохо. Ну, мы идем в баню. Шаверма баня. Ну, можно, да, короче, вот. Ой, блин, пипец. 4 ночи. Прям где-то... Я не знаю, что... Осталось недолго, но... Если там сейчас народу дофига... Люди в бане... О, там люди вышли сзади, ночи, сзади. Люди... Три человека. Вылезли откуда-то. В машине там маски были такие. Лиговские. Какие-то охранники на той стороне сейчас нас остановят. Еще менты какие-то. Людей нет. Пипец. Просто мягко говоря. Короче, сейчас 5 утра. Начинает потихоньку светлеть. Мы час сидели в шаве. Ну, все болит, но есть силы хотя бы пройти до обводного. Там сядем на остановку. В 5:30 автобус пойдет. Хрен знает, во сколько он до нас доедет. Не знаю. Может, еще до 6 придется сидеть. Доедем до Купчаги. Там завалимся, сядем где-нибудь. Еще подождем. Ну, по крайней мере, я точно не. И домой. В целом машины ездят, но пешеходов нет, людей нет. Короче, 5 часов где-то, 76-й, по-моему. Выключили фонари. Ну, интересно. Это 26-й. Итак, товарищи, 6 часов. Наше путешествие подходит к концу. Я не знаю, что. Сергей сейчас пойдет домой. Я пойду. Из-за куда? Пойду шмонаться еще час-другой. Светлее. Что светлее? Уже солнце вышло. Я добавлю в мою обязанность. Короче, вон там дом Полины Гео. Сегодня были 00:00. А, там, да. Окей, короче, в общем, мы заканчиваем всю эту фигню. 6 утра. Сейчас 15, что ли? Да, это все. Это пипец. 6:30. Сергей уже дома. Я у себя на лестнице. Домой слишком рано перепираться нельзя. Потушу на лестнице еще часик. Посижу, позалипаю. Криповые звуки.